Штамп Камал. Покажем, как в оконном профиле пробьем отверстие под ручку. Ручка. Вот отсюда видно хорошо. Теперь выкусываем фурнитурный ус. Вот он у нас целый. Вставляем сюда. Видно. Также этот станок может под механическое соединение выкусить отверстие. Вставляем сюда. Такое отверстие. На данном станке можно сделать вот такое дренажное отверстие. Сейчас рядом сделаем второе. Дренажное отверстие.